Всем привет, с вами снова компания «Ваша баня». Сегодня у нас третий день строительства бани, историю которой мы рассказываем. Прошли выходные, но правда ребята вчера работали, заливали фундамент вместе с плитой. Сейчас я вам покажу и расскажу, что мы тут сделали. Получается, вот он наш фундамент. Сейчас он залит пока 4 на 4, и то не полностью еще залит. Ребята за раз не успели полностью все залить, так как здесь часть грунта мягкого, его недавно копали, и он хоть и давал уже усадку, его уже заливали, но мы боимся, что он еще просядет. Из-за этого мы стали заливать все цельной плитой. Получается, мы сначала выкопали ленточку, хотели залить сначала ленточный фундамент, а потом внутри уже залить полы. Ну, делать так не стали, сделали полностью связку. Прокопали ленточный фундамент чуть глубже, сделали подушку под плиту и стали сразу же заливать полностью всю поверхность. Здесь единым монолитом получается ленточный фундамент, и плита будет идти, чтобы она держала полностью всю нагрузку, как плита. Здесь вот по этим сторонам у нас идет жесткий грунт, он не копанный, хороший грунт. А вот этот вот угол, вот это вот место, во-первых, где было прокопано под канализацию, вот до этой трубы такая полоса. И вот с этого вот угла, вот эта вот сторона, она копалась, когда делался септик. И мы боимся вот проседания вот в этом вот углу. Ну а здесь, в принципе, только напрямую было прокопано. Так как мы сделали плиту, оно будет держать. Ребята вот за один день не успели залить. Залили нижнюю армировку. Вот верхняя армировка торчит. Сейчас они придут, зальют верхнюю армировку. Сегодня будет полностью залита вся плита. На эту плиту мы уже вывезем кирпичный цоколь, для того, чтобы влага не сосалась из грунта в дерево, так как стены будут из сруба. И на дальней стороне сделают еще точечный фундамент под беседку, под террасу метровую. Вот таким вот образом это сейчас выглядит. Сегодня мы еще начинаем рубить сруб. Если я успею, я сегодня съезжу, покажу, как мы начали его рубить, как рубятся первые венцы. Завтра ребята будут выкладывать кирпич. Я тоже приеду, покажу, как мы будем выкладывать кирпич. Потому что там тоже есть небольшая особенность. Чтобы пол подходил... Итоговый пол, когда уже люди будут мыться, на который будет течь вода, чтобы он не подходил к деревянным стенам. Потому что если он будет подходить к деревянным стенам, в этом месте может образоваться гниение. У нас пол будет чуть ниже уровня деревянных стен. Но это я вам покажу чуть позже. Вот таким вот образом третий строительный день у нас. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить видео. Всем пока!